Всем привет, это Ирина Воскресенская. Сегодня готовим вечерний салат, который можно спокойно будет кушать вечером и не бояться, что у нас что-то отложится, а наоборот. Это салат, он по затратам на его переваривание больше калорий затратит, чем мы сейчас с вами скушаем. Для него нам нужен именно вот такой тунец натуральный. Кстати, сейчас в Пятерочке акция, почему я его купила и сразу у меня идея возникла приготовить этот салатик. Нам нужна маленькая луковка красная вот такая или половинка большой. Огурец или вот тут у меня тоже половина большого огурца. И я беру целый пучок вот этого листового салата. У кого нет еще такой центрифуги, я покупала ее в Икее. Покупайте, в нем очень хорошо мыть салат. И даже можно и салат делать вот в этой штучке. Так, ну что, все. У нас все готово, давайте начинать готовить и будем ужинать. Ну и для начала мы листья салата порвем. Можно их порезать, в принципе. Ничего страшного в этом нет. Такая целая гора салата у нас получилась. Туда мы порежем огурец. Красный лук. Порежу его колечками. И вот так вот его раскрошим, чтобы он так красиво у нас смотрелся. Пища должна быть и вкусная, и красивая. Следующим будем добавлять тунец. Вот, видите, жидкость остается, поэтому тут соли минимум попадает. Так, и остался у нас еще один грейпфрут. Его надо почистить, убрать пленочки и добавить тоже в салат. Тунец с грейпфрутом очень хорошо сочетается. И салат у нас будет очень-очень вкусный. Ну все, чистим. Чистила грейпфрут я над миской. И вот этот сок, который остался, тоже сюда же добавляем. Нам осталось только перемешать вот это чудо, и можно ужинать. Потихоньку перемешиваем, выкладываем на тарелку. И приятного всем аппетита!